Скажите, документы судовые в порядке? Давайте посмотрим. Спуск на воду. Занятие интересное, но все-таки опасное. Даже для самых опытных рыбаков. Прицельная охота на известных всем хищников – щуку, окуня, судака – для брещанина Валерия Петровича – излюбленное дело. Но превыше всего безопасность. У хозяина маломерного судна и с оснащением, и с техосмотром все в полном порядке. А как иначе? Это ведь обычный инстинкт самосохранения. Никто не застрахован от несчастных случаев. Можно упасть нечаянно в воду, ну, чтобы не утонуть, потому что знаете, как бывает, упадешь в воду, сведет судорога, что-то еще, и все. Необходимо неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами, применять при эксплуатации маломерного судна предписанные спасательные средства, то бишь спасательные жилеты, выполнять правила пользования маломерными судна и, соответственно, в установленные сроки проходить техническое свидетельство, государственную регистрацию, а также наблюдать за поведением граждан, которые эксплуатируют маломерные суда рядом с вами, и в случае аварийных случаев или происшествий на водных объектах сообщать по телефонам 101 и 112 в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Первый улов на нарушителя также не заставляет себя долго ждать. Брещанин Николай не знал, что судно нужно регистрировать. Ваше судно подлежит регистрации, вам необходимо прибыть к нам на участок, улица 2 заводская, 2Б. Это на Янке Купалы. На Янке Купалы. Провести государственную регистрацию. Хорошо. На первый раз я вам выпишу предупреждение. В следующий раз вы будете привлечены к административной ответственности. Да, в случае несоблюдения правил от предупреждения и профилактической беседы до административной ответственности. За прошлый навигационный период в Брестской области произошло 4 аварийных случая, при которых погибло 2 человек. Трагедии и заставляют говорить о проблеме и постоянно напоминать о правилах безопасного поведения на воде. Гибель была связана с нарушением правил пользования маломерными судами, то бишь в данном случае это игнорирование применения для эксплуатации маломерного судна спасательного жилета. На 2019 год у нас имеются 3 аварийных случая, гибели не зарегистрировано, однако при эксплуатации маломерного судна «Гидроцикл» был травмирован гражданин, житель Брестского района, который получил тяжкие телесные повреждения. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».